Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Засветись», направленную на предупреждение ДТП с участием пешеходов. Дорожные полицейские призывали взрослых и детей соблюдать правила дорожного движения, в частности, правила пересечения проезжей части, и использовать на одежде световозвращающие элементы. Проблема плохой видимости на дорогах осенью резко обостряется. Браслеты и брелоки с эффектом световозвращения помогают пешеходам стать заметнее в темное время суток.